Сыграли две игры сегодня, к сожалению, обе их проиграли. Что можно сказать, в целом, наверное, команда не особо довольна, но, как показалось, игру все-таки улучшили по сравнению с прошлыми выходами. Так, мы прошлые выходные выиграли. Да не, на самом деле уровень, ну, сейчас уже второй круг начинается. Если сравнивать первый круг и второй, команда прибавила в опыте, скажем так. Хотя с тренировками у нас сейчас проблема с арендой поля, но в целом видно, что сыгранность, скажем так, увеличилась. Сегодня были тяжелые соперники: Сосуоло, Кастильо. Кастильо вообще была заряжена после первого поражения в первом круге, так что в целом нормально. Сосуоло получился такой довольно напряженный матч. Вели вы в счете и в концовке совсем потеряли это преимущество. Почему не удалось додержать все-таки? Ну, у нас что, первый, второй курс в основном играют молодые парни. Ну, Сосуоло опытная команда. Сколько они таких матчей вытаскивали, когда проигрывали в последние минуты. Они минчики. Ну, я говорю, у нас парни чуть-чуть опыта, наверное, не хватило. Где-то можно было просто вынести, где-то потерпеть чуть-чуть. Но в целом, как бы, обидно, да, но ничего страшного. А после вылета с кубка, после матча в комментарии говорили, что будут какие-то изменения в составе, тренер будет проводить работу. Об этом немножко, если можно. Ну, секреты же не могу говорить. Но так, да, у нас тренерский штаб работает. Ну, отказались от некоторых игроков. Правда, еще форму не забрали, но это в процессе. Так, в принципе, если есть кто с Лезгов, то, в принципе, можно смело писать тренерскому штабу. Мы открыты к новым игрокам, поэтому, пожалуйста, приходите. Ну, какие амбиции в целом у команды? Вот сыграли уже там 3 игры. Как будете дальше двигаться? Как играть? Главное играть. Я не знаю, что будет с Вектором в следующем сезоне и где мы будем играть, но во втором кругу точно мы доиграем все матчи, будем бороться. Да, может, там за пятерку. Наверное, за пятерку будем бороться, я думаю, что так.